Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера я зашла на кран немецкий Емарк Спайс. Это для любителей криптомонет. И я набрала 3 монетки, минимальный вывод. Здесь собирается очень быстро. Я бы вчера набрала уже, но вчера я была занята. Я ходила на родительское собрание, и как бы некогда мне в школе было собирать. Но тем не менее, набрала я 3 монетки. Собираются монетки очень быстро. Я не хочу сказать, что я здесь сижу каждые 10 минут, так как у меня буксов очень много, и хожу, собираю не только на этом кране, но еще и на других кранах. Так, значит, ну давайте я соберу сейчас монетку сразу. И вот у меня уже 0.2 монеты. И я вам покажу, как выводить. Так, светофоры. Где здесь светофоры? Не понять, что. Пустак. Значит, в день здесь 50 клеймов можно делать. Так, интервал 10 минут. Так вот, 0.3 стало монетки. И вот тут таймер пошел. И, как я сказала, вот здесь ниже находится партнерская ссылочка. Далее, переходим во вкладочку «Валет». У меня было 3.09 монет. Это мой пробный вывод. И как видео я не могла не записать, так как если я записала видео, я должна поделиться выводом. Правильно? Вот эта вкладочка Emark. Нажимаем. Это у нас вывод. Значит, как выводить? Значит, сюда вставляете, вот в эту вкладочку вставляете адрес с биржи. Сюда вставляем количество монет. Вот у меня на данный момент было 3.09 я вставила. Больше ничего, никуда ничего писать не надо. Сюда адрес, сюда количество монет. И нажимаем Send. Вот на эту вкладочку. Далее переходим на почту. Вам приходит вот такое письмо. Вы запросили DM 3.09. Так, и нужно подтвердить. Нажать на ссылочку, подтвердить вывод. Это обязательно. Так. Все, вы подтвердите. Ваши денежки как бы уже на пути на биржу. Далее, что еще здесь? Последняя вкладочка. Транзакции. Здесь наш сбор. Вот мой вывод, Виндраф, 3.09. И они берут комиссию 0.1 монета. Это учтите. Мне пришло 2.99. 2.99 монет. Так, это транзакция. Здесь это все можно отследить. Нажимаете сюда, вас перебрасывает на другую вкладочку. И здесь вы можете отследить. Вот плюс 2.99 монет. Вот моя транзакция. Так? Ну, у вас будет своя. С этим разобрались. Переходим теперь на биржу. Так, вот моя в пединге. Уже монетка на бирже. Должно, я не знаю, сколько здесь подтверждений. Пройдет вот несколько подтверждений. И монетки как бы здесь вот в биткоин сатошах отобразится. Сколько? Сейчас даже перезагружу. Может, уже и прошло подтверждение. Нет. Ага, вот они, смотрите. Все, подтверждение прошло. И вот с этого баланса спейдинга у меня монетки перекочевали вот сюда. Перешли. Видите? 2.99. Это 260 в биткоин сатошах. Так. Далее, что еще я хочу сказать. Мне в комментариях написал человек, непонятно как генерировать номер кошелька. Значит, смотрите сюда. Вот эта синяя вкладочка. Нажимаете на треугольничек. И вот эта первая вкладочка, вот сама, депозит DEM. Нажимаете на эту вкладочку.
И у вас вот здесь ниже будет как бы окошко такое. Нажимаете на это окошко, и у вас генерируется номер. У вас будет свой номер. И все. Ваш номер сгенерирован. Вы его копируете, этот номер. Идете на вывод. Emark vers. Ну вот это. И, как я уже сказала, сюда адрес, сюда количество монет, 3 монеты минимальный. Нажимаете на вкладочку от Senden, и все. Далее на почту, и монетки ваши, ну, мне поступили, если бы я не тупила, они бы, конечно, пришли быстрее. Я забыла то, что нужно подтверждать на почте. Вот. Такая вот у меня петрушка получилась. Потом я уже пошла на почту и подтвердила вывод. Ну и, в принципе, что, все. Кран платит. Ну, я в этом не сомневалась, конечно. Все замечательно. Здесь уже на бирже сами походите по вкладочкам. Вот нажимаю баланс. Денежка прибыла. Вот эта синяя вкладочка. Скрыть нулевые балансы. Зачем? Там очень много как бы монет. И вот у меня монетки прибыли. Ну, теперь буду собирать уже как бы кучку. И хочется побольше, да, выводить. Потому что я смотрела там в транзакциях. Люди по 100 монет выводят, 50 монет. Ну, кто сколько может. Ну, всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот кран периодически. До новых встреч!